открываем страницы героической истории советского Забайкалья. Волочаевские дни. Свято чтит советский народ память о героях борьбы за власть советов. Вот за эту русскую землю, на которой я сейчас стою, мы умрем, но не отдадим ее никому. Сергей Лазов. Павел Журавлев. Иван Бутин. Пламенные патриоты, в числе многих отдавшие жизнь за свободу Родины в годы гражданской войны. В 1920 году части народно-революционной армии и партизанские отряды, разгромив врагов революции, интервентов и белогвардейцев, освободили Читу. Забайкалье стало советским. 30-ю годовщину освобождения Забайкалья бывший партизан товарищ Зыков рассказал посетителям Читинского музея о борьбе за власть советов. В итоге героической борьбы народов наше родное Забайкалье навсегда стало свободным советским краем. И сейчас хочется повторить слова великого вождя и учителя товарища Сталина. Приятно и радостно знать, за что бились наши люди и как они добились всемирно-исторической победы. Приятно и радостно знать, что кровь, обильно пролитая нашими людьми, не прошла даром, и что она дала свои результаты. Изменения, которые произошли в Забайкалье за 30 последних лет, ярко подтверждают слова великого вождя. Из края каторги и ссылки заботами партии и правительства создан район мощной горнорудной промышленности. Район передового колхозно-совхозного производства. В наших степях пасутся тучные колхозные стада. Передовая советская агротехника обеспечивает богатые урожаи. Колхозники-мичуринцы побеждают капризы суровой природы. Новая и счастливая жизнь пришла в города и села Забайкалья. За 30 лет советской власти неузнаваема стала социалистическая Чита. Выросли новые здания просторных и светлых школ, театров, библиотек, клубов, дворцов культуры, больниц. Появились целые кварталы домов для трудящихся, новые парки и стадионы, фабрики и заводы. Паровозо-вагоно-ремонтный завод. Здесь в 1905 году впервые рабочие читинских мастерских услышали голос большевистской партии. Мастерские в годы сталинских пятилеток превращены в крупный завод. Бывший красногвардеец Павел Михайлович Данилов ныне один из ведущих специалистов завода. Вместе с ним работает его боевой соратник Павел Григорьевич Краев, участник боев против семеновских банд. С ростом завода росли люди, новаторы производства. До 3 норм ежедневно выполняет токарь-скоростник Харитон Саич Пихтин. Его ученик Василий Третьяков вместо плановых двухколесных пар за смену обтачивает 4. Далеко идет слава о знатных людях социалистического Забайкалья. Машинист депо Зилова Забайкальской железной дороги, лауреат Сталинской премии, депутат Верховного Совета Союза СССР Иван Трофимович Соловьев. Его имя носит патриотическое движение машинистов страны, внедряющих единый технологический процесс по уходу за паровозом. Скоропроходчик Евстафий Жеребцов, руководитель одной из лучших бригад горнорудной промышленности. Петровск-Забайкальский металлургический завод.
Молодой сталевар Владимир Кузнецов, участник штурма Берлина, ныне со своими подручными трудом крепит великое дело мира. Его бригада из месяца в месяц в социалистическом соревновании завоевывает первенство по заводу. Воспитанник заводского ремесленного училища Иван Кобетов, мастер скоростных большегрузных плавок. Забайкальские металлурги, как и миллионы тружеников советской страны, несут в эти дни вахту мира. Цех проката еще 4 декабря закончил годовой план. Коммунист Михаил Феодосьевич Дудко, руководитель лучшего участка. Выполняется заказ строительства Куйбышевской гидроэлектростанции. Вальцовщик Дмитрий Крюков и его напарники работают с удвоенной энергией. Эшелон за эшелоном к берегам могучей русской реки для великих сталинских строек шлют забайкальцы свою продукцию. Вместе со всей страной приближают торжество коммунизма.